Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы договор вступил в силу. И международная система мониторинга направлена на то, чтобы ни один взрыв не остался незамеченным. За последние несколько десятилетий многие страны продемонстрировали, что они поддерживают этот договор. 183 страны уже подписали, и 161 ратифицировала его. И практически 90% мира говорит «нет» ядерным испытаниям, «нет» каким бы то ни было взрывам, которые могли бы привести к наращиванию ядерного потенциала и оружия массового уничтожения. Мы выступаем за безопасность всего мира. Мы ждем ратификации еще от 8 стран. И надеемся, что первыми будут США и Китай. И тем самым они создадут прецедент для оставшихся стран. Северная Корея – это единственная страна, которая за последние десятилетия проводила ядерные испытания несколько раз. Ни одна страна не проводила испытаний, кроме Кореи, со времен подписания договора. На переговорах мы затрагивали вопрос, как создать платформу для привлечения к договору КНДР, для того, чтобы она не считала себя страной в изоляции. У нас не было с этой страной контактов, но надеемся, что Россия может помочь нам в этом.